Самыми меткими по итогам соревнований в личном зачете признали юного спортсмена Дастана Калимова и Каракоз Аскарову. Дастан набрал 265 и 257 очков в олимпийском круге и на дистанции 18 метров показал лучший результат. А Каракоз завоевала сразу три награды. Первое место в олимпийском круге, второе место на дистанции 18 метров и третье в команде «Микс». Отстрелял хорошо, своим результатом доволен. Соперник, конкуренцию создавали тоже. Да. Все супер. У соперника было немало, но их выиграть, конечно, трудно было, но старалась. В итоге выиграла. В команде «Микс» равных не было паре Акраму Хаджимуратову и Диане Камаловой. Набрав больше всех очков, они заняли высшую ступень пьедестала. Соревнования были очень хорошие, мы выкладывались по полной. Стреляли хорошо, друг друга поддерживали. И попадания были, первое место заняли. Открытый чемпионат области по стрельбе из лука для юношей стал своего рода отборочным. Победители заработали путевки на первенство страны. Ребята показали прекрасные результаты, вот, выполнили спортивные разряды. Младшие, допустим, выполнили уже первый юношеский разряд, постарше те, которые кандидаты в мастера спорта, и первые разряды. В конце марта лучшие спортсмены в составе сборной области поедут в Темиртау отстаивать честь юга.